Pink, Алиша Бет Мур. С вами Рамузка, кстати. Стоит ли слушать ее новый альбом, или она так и осталась псевдорокерской певичкой для неформалов из 2000-х? Давайте разбираться. Поехали. Ну что, вышел у Pink альбом. Я уже делал обзор на ее предыдущий альбом в прошлом году. В этом году я недавно делал видео под названием «Топ-5 песен Pink». Для тех людей, которые ее, например, не слушают и хотят разобраться, стоит ли начать. После перерыва и рождения еще одного ребенка, Pink вернулась на музыкальную арену. И она, если честно, мне больше импонирует тем, что кажется более искренней и настоящей, чем многие другие артисты. Она стартовала в одной линейке с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, и так уж получилось, что ее музыка стала частично мейнстримовой. Ее заставляли раньше петь R&B, но она взяла все в свои руки, и ее уникальный тембр с хрипотцой позволили ей быть поп рок оторвой и более успешной в долгосрочной перспективе. Все это как раз соблюдая то, о чем говорят многие звезды. Будьте собой, не давайте собой управлять, держитесь своих принципов и так далее. Ее не раскручивают как поп-бомбу. Я, естественно, ждал от нее альбом, потому что чувствую, я не знаю, честность в ее музыке, поэтому не терпелось послушать, что это за песенки. У меня даже, если честно, почти мечтой уже стало попасть на ее концерт. Также вышел документальный фильм про то, как записывался альбом. Я про нее рассказывал в одном из других видосов. Певица призналась, что она была в самой лучшей вокальной форме на этом альбоме. И это, блин, чувствуется. Ее курируют Sony Music, знаменитые Джек Антонов, Макс Мартин и Грег Керстин помогают с песнями. С ними, кстати, она плодотворно сотрудничала и успешно, кстати, раньше. Промо-компания очень продуманная. Сразу запланированы выступления везде. Недавно получила на MTV видео Vanguard Award на VMA. Я об этом тоже рассказывал. And I said... Все звезды сошлись, осталось только на суперкубке выступить и летать вокруг стадиона. Все началось с сингла What About Us, у которого, как призналась певица, открытый политический посыл о тех людях, на которых обычно государство не обращает внимания, о брошенных людях и, в общем, о трудной ситуации в Америке. И не буду скрывать, песня мне очень понравилась и нравится продолжать еще сильнее. Сначала показалась немного простоватой, но сейчас нравится очень сильно. Хорошая песня. Открывает альбом заглавный трек Beautiful Trauma. Очень лиричные такие куплеты, взрывные припевы, неплохо сочетаются друг с другом, но заканчивается непривычно на инструментале песни. Такое чувство, что не хватает еще одного припева. Но это все перекрыла следующая песня. Ну не следующая, дуэт с Эминемом. Дуэт с Эминемом под названием Revenge. Месть. Pink уже третий раз записывает песню с рэпером. Она призналась, что написала ему на почту, сказала: «Эминем, я так тебя люблю. Я тебя люблю еще с тех пор, как в 2000 году попросила у тебя автограф. Пожалуйста, спой со мной еще раз». И он просто написал: «Окей». Pink шутит в интервью, что захотела рэп Грэмми. Песня получилась шутливая, мне понравился куплет Эминема. Конечно, она не заставит вас задуматься о жизни, но мне показалось очень креативным такой подход к песне. Певица говорила, что на альбоме есть и серьезные песни, и не очень, потому что она не считает, что каждая композиция должна быть какой-то супер интеллектуальной балладой о жизни и будущем. Некоторые песни нужны, чтобы просто поднять настроение. И она права. Вообще песни Pink воспринимаются всегда легко. Несмотря на то, что там много слов, они довольно просто написаны и понятны будут по сути любому. Наверное, поэтому некоторые становятся такими популярными. Whatever You Want напоминает старую Pink. Такой, знаете, throwback в 2000-е годы. Интересно, что вот несмотря на все эти перипетии, изменения и флуктуации, все эти в шоу-бизнесе, Pink продолжает сохранять стиль. Умудряется еще и продавать его. Спустя 15 лет, 17 лет, 12 лет. Короче, спустя кучу лет. Барбис очень ностальгическая песня, записана вместе с Джулией Майклс, которая сейчас набирает активную популярность. Сначала мне показался инструментал похож на Эда Ширана, если честно. Певица поет о том, что жизнь пролетает, времени не хватает, все проносится перед глазами, но иногда просто хочется оказаться в своей комнате и поиграть со своей куклой Барби, как в детстве. Я считаю, что получилась отличная аналогия, песня очень милая. I wish I could go. To play Barbies in my room, they never say.
одна из любимых композиций на альбоме Better Life по музыке и по настроению мне почему-то напомнила Pentatonix, особенно этот мягкий бит в припеве. Послушайте, вам понравится. Несмотря на то, что текст не особо такой радужный, песня поднимает настроение. I Am Here меня не очень впечатлило. Я услышал эти фолковые мотивы, и у меня в голове пронеслась всего лишь одна фраза. One Republic. Еще эти аборигенские крики в проигрыше. В документалке я посмотрел, как ее записывали с госпел-хором, а вы же знаете, как я люблю хор. Так что я уверен, что песня найдет своего слушателя, но мне нет. Так же, как и композиция Secrets. Такая же шустренькая, но почему-то кажется какой-то... обычный, что ли? Я, честно говоря, даже не переслушал. Видите, мне нечего сказать толком. Хотя многим она может показаться приставучей. Но все не так плохо. На альбоме есть несколько трогательных и грустных до мурашек песен. Например, But We Lost It, где Пинк рассказывает об отношениях, которые гаснут со временем. Только фортепиано и голос, больше ничего. Заключительная песня You Get My Love просто взрывает уши. Я не представляю, как Пинк споет это вживую. Хотя я не думаю, что это такая песня, которую она будет петь вживую. Посмотрим, дождемся концертов. Просто настолько обнаженный вокал с минимумом музыки и фортепиано. Чистые эмоции, воссоединение Пинк и ее мужа. Певица осознает, что он, как никто другой, ее полностью понимает. Отличная точка на альбоме. Я думаю, что в принципе у Pink получилась очень уверенная работа. И несмотря на то, что она не прыгает по стилям, каждый найдет себе понравившуюся песню, будь то какая-то веселенькая композиция или же баллада. Фанаты тоже будут довольны, естественно. Если вы ждали альбом Pink, какой вы ее любите, то вы то и получаете на выходе. С небольшими минусами альбом получился хороший. На нем, как вы могли заметить, нет никакого трэп-биточка или еще каких-то мейнстримовых фишечек. Надеюсь, что ему удастся остаться на плаву, оставаясь собой, как это делает Pink. У нее получилось. Там много классных песен, напишите, какая понравилась вам. Не забудьте поставить лайк этому видео, как мы договаривались с вами. И в описании также кликайте на другие видео, связанные с Pink. Посмотрите все, если вы любите эту певицу. А пока на этом закончим. Увидимся с вами очень-очень скоро. Пока-пока.